Государственно-общественное управление перестало быть понятием новым для наших образовательных организаций. Сейчас можно утверждать, что оно прочно вошло в практику алтайских школ, взяв на себя организацию взаимодействия администрации и родительской общественности. Что такое сегодня государственное общественное управление? Это не просто какие-то формальные советы школы, управляющие советы и прочее. Это сегодня, прежде всего, ресурс администрации школы, педагогического коллектива, в педагогическом воздействии на своих учеников. Это сегодня по существу и очень важный элемент, вот до чего мы с вами доросли, элемент общественной экспертизы, когда действительно это, наверное, самый объективный будет у нас эксперт, потому что не в его интересах лукавить. У этих детей есть дистанционное обучение. Один раз в неделю по субботам они учатся дома. С помощью среды Moodle у них предмет литературное чтение, русский язык, окружающий мир и технологии. Вот Moodle в этом классе, то есть дистанционное образование, мы внедряем уже почти 3 года. То есть выпускники они у нас. И в следующем году планируем вот такую форму обучения один раз в неделю в среднем звене. А родители этих детей, они откликнулись сразу. А как работать родителям, чтобы помочь ребенку. То есть, за четверть мы, в принципе, все осилили, и родителям это давалось труднее, чем детям. То есть дети-то вообще легко. И когда речь пошла о том, что мы пойдем в 5 класс, и родители говорят, а можно сохранить ту форму обучения, которая у нас сейчас есть? И поэтому мы начали учить педагогов основным. Да. Мы в рамках проекта ВГОС. В настоящее время государство не может полностью обеспечить те потребности, которые есть сейчас в образовательных организациях. И в такой ситуации родители становятся первыми помощниками, советчиками, иногда даже инициаторами новых идей, которые школьной администрации не всегда удается реализовать без помощи социальных партнеров. И родители вот этого класса, когда посмотрели, что кое-где в кабинетах есть доски, они пришли и сказали, можно мы купим своим детям интерактивную доску в кабинет? Говорю, да, конечно, можно. И поэтому вот эти ребятишки очень активны у нас именно в плане освоения вот этих технологий, опять же, с подачи родителей. Социальными партнерами школы являются учреждения дополнительного образования детей. Это взаимодействие выгодно и образовательным организациям, и родителям, и детям. Это социальное партнерство. Причем кто-то идет на условиях аренды, и это тоже дополнительный доход в школе. Кто-то идет безвозмездная аренда муниципалов. И они рады без ума, потому что какой родитель доведет, не доведет. А здесь вот они все. Ребенок отучился, покушал и пошел дальше на занятия. Или наоборот, он пришел пораньше, они здесь все ходят. Они по 3 раза у нас в столовой едят. То есть вот в этом плане родителям они не волнуются, поскольку квартальная застройка предполагает, что многие даже дорогу не переходят. Все рядом. А вот если вы к нам летом приедете, вы увидите, какое у нас шикарное поле футбольное с искусственным покрытием, с освещением. И это тоже делал, часть бюджет сделал при открытии школы, а часть компания, которая сейчас занимается не только с нашими школьниками футболом, но и с дошколятами. С 4 лет они набирают малышей для подготовки уже к профессиональному футболу. Они сделали от рождения, они провели освещение, понимая, что у нас таких денег нет и никогда не будет. И они заинтересованы вкладывать в нас деньги, потому что это вот сюда родитель приведет. И это здорово. То есть вот сейчас вот это люди начали понимать, насколько это важно. С мониторинговым визитом в Алтайском крае побывали эксперты из Санкт-Петербурга. Они подтвердили высокий уровень ответственности гражданского общества в нашем регионе. Нам выпала уникальная возможность как специалистам побывать в образовательных учреждениях Алтайского края, посмотреть, как работают наши коллеги, посмотреть те технологии, то оборудование, с которым идет реализация образовательных процессов в учреждениях, те проекты, которые идут между родительским сообществом и педагогическим, как родители участвуют в жизни образовательных учреждений. Мы видим, какую колоссальную работу проделали руководители образовательных учреждений Алтайского края, как открыты они, как они работают вместе с родительским сообществом, как они рады видеть родителей в школе, как они организуют родительские конференции, родительские клубы, что родитель, он полноправный участник
процессов, которые идут в образовательных учреждениях. В состав родительского комитета, управляющего и наблюдательного совета входят родители из разных бизнес-структур, из других отраслей промышленности и народного хозяйства. Поэтому вот этот свежий взгляд людей, которые состоялись как руководители в других областях, они подсказывают и помогают педагогам и директору школы, и учителям, и представителям администрации, каким образом решать вот управленческие задачи, управленческие проблемы, организационные проблемы, которые складываются в школе, как в большой уже бизнес-структуре. Такая модель государственно-общественного управления появилась не случайно. Она является результатом планомерной работы администрации школы. Начиная с самого первого года работы в нашей школе, мы сделали ставку на то, что вся работа должна быть совместно с родителями, интересна, понятна и, самое главное, доступна для родителей. Поэтому они здесь желанные гости, они не только исполнители или участники, они и организаторы, и инициаторы, и вместе с детьми рядом всегда. Поэтому, наверное, им интересно, что они не пассивные участники. Но это первая была инициатива. При открытии школы мы полностью сформировали школьную библиотеку. Когда мы озвучили родителям самую острую проблему, это недостаточное количество художественной литературы, учебных пособий, родители сказали: а давайте объявим акцию, общую, всенародную, подари школе книгу. И в соответствии с очень активным участием в школе было собрано более 4000 экземпляров художественной справочной литературы по школьной программе, по периодической печати. То есть вот это было самое первое в первый год работы школы. И дальше уже пошли традиционные акции. Это акция «Из отходов в доходы», когда наши родители приносили в школу макулатуру вместе с детьми, мы это сдавали, мы приобретали спортивный инвентарь на вырученные деньги. Это акции по популяризации спорта, когда наши папы приходят и очень активно принимают участие в веселых стартах и являясь их организаторами. Замечательная акция – это «Битва хоров», которая была проведена уже второй год в этом году и заинтересовала работников культуры Алтайского края. И даже нам пообещали студентов, которые на следующий год выйдут работать с нашими хорами народными. И вот там вместе с детьми были родители. Спланировали проведение семинаров, тренингов для родителей в конце февраля. У нас такой тренинг прошел и в конце января был. Так вот, запомните, теперь это будет постоянно. Каждую последнюю субботу месяца в учебном году, начиная с сентября по май, в 12 часов у нас приглашенные специалисты, психологи будут проводить тренинги, семинары, лекции по вопросам повышения психологической культуры родителей. Первый семинар был посвящен педагогике Амонашвили «С какой звезды ваш ребенок?». Второй семинар был уже сформирован по запросу участников первого. Это проблема полового воспитания детей, что тоже вызывает очень большие вопросы. Работает активно общешкольный родительский комитет, который вот инициирует интересные моменты, которые детям полезны. И важно то, что ребенок видит рядом с собой родителя. Что же по этому поводу думают сами родители? Иметь возможность влиять на школьную жизнь детей, самим участвовать в совместных мероприятиях – это долгожданная возможность или еще одна нелегкая обязанность? Мне интересно все, что происходит в школе. Новая школа, как бы очень интересные идеи. Учителя, как бы вот и руководство школы, они очень заинтересованы в том, чтобы как бы жизнь была насыщенная, то есть разнообразная, то есть не так как вот понакатанная, всегда придумывают что-то новое. Вот лично я занималась именно направлением спорт и здоровье. Сплотился небольшой коллектив, мы как бы обсуждали, как это можно сделать. Мы разрабатывали мероприятия, в которых участвовали бы и дети, и родители, и соревновались вместе дети и родители именно в спортивном направлении. Вообще руководство школы, оно открыто для наших, как бы, и для наших идей. Они всегда помогают, они с радостью выслушивают то, что как бы с какими идеями приходим, всегда поддерживают нас. То есть мы потом выходим на конференции, на общешкольных собраниях, мы это все дело обсуждаем. На сегодняшний момент активность, сама активность
дает нам очень много. То есть мы узнаем своих детей, нас привлекают и классные руководители, и руководители, и администрация школы. Являюсь председателем комиссии по урегулированию споров. Меня никто не заявлял, я по собственному желанию решил, что на сегодняшний момент я буду участвовать в жизни школы, предложив свои, как сказать, наверное, не услуги, а свое желание работать, начиная в классе. То есть в классе наша мама тоже является в родительском комитете, тоже одним из участников. И я как бы никогда не отнекивался, всегда как бы хотел этого, то есть чтобы участвовать, чтобы знать, что в школе происходит, как это бывает, какие-то вопросы, может быть, решить. Ну и на сегодняшний момент как бы из общеклассного комитета я вырос до общешкольного комитета. Был спорный момент между учителем и учеником, и мы проделали огромную работу, общаясь и с учениками, и с учителем. Здесь получилась очень такая щекотливая ситуация, и мы ее вместе с родителями, вместе с учителями, которые входят в эту комиссию, мы сделали так, чтобы данный конфликт был полностью исчерпан. Я вношу свое мнение относительно своего опыта, стараюсь привнести информацию, донести информацию до учеников, то есть чтобы они могли меня услышать, как я на это смотрю, какие можно варианты придумать, чтобы можно было решить данную ситуацию. Вот как бы мне всегда это нравилось. И на сегодняшний момент, даже общаясь просто со своими детьми, я уже смотрю на них как со взрослыми, и уже стараюсь общаться как со взрослыми. Ну, знаете, пожелание одно, может быть два, не оставаться безучастными, ну и любить своих детей. Проводить совместные детско-родительские мероприятия, привлекать родителей к решению вопросов школьной жизни, налаживать социальное партнерство – это необходимые, но недостаточные условия выстраивания государственно-общественного управления в образовательной организации. Очень важно, чтобы педагогический коллектив мог открыто говорить о своих проблемах. Опыт государственно-общественного управления в разных регионах разный. И не всегда школы готовы открываться родителям так, как в данном образовательном учреждении, потому что это требует очень серьезной ответственности и уверенности в своих профессиональных возможностях, когда педагогический коллектив готов в открытую взаимодействовать, откровенно говорить о своих проблемах, которые есть в учреждении, и надеяться на заинтересованную помощь и поддержку, а не просто наказание и какие-то репрессии в адрес педагогического коллектива. Поэтому этот уровень доверия это очень дорогое, поэтому в данном случае можно говорить о том, что школа находится на лидирующих позициях. Лидерские позиции 132-й школы Барнаула помогают многим школам края реализовать в своих организациях принципы государственно-общественного управления. Например, в Барнаульском третьем лицее действует такая его форма, как школьные службы примирения. Они стали участниками программы по созданию школьной службы примирения. У них очень дружные мальчишки. 7 или 6 человек вошло в эту школьную службу примирения. И в течение года они проходили обучение в школе, с ними проводились семинары. Потом они сами снимали учебный фильм, брали интервью у учеников, задавали вопросы, сами вопросы составляли и создали фильм по школьной службе примирения. Он пытается понять позицию другого человека, почему он поступает в той или иной ситуации именно так, да, встать на позицию. И основная задача не решать конфликт между двумя людьми, а создать условия так, чтобы эти люди могли сами между собой договориться. То есть не лезть в конфликты и не решать за них, а попытаться выявить те смыслы, которые каждый вкладывает в той или иной ситуации, и дать возможность им договориться самим.
Свою специфику имеет модель государственно-общественного управления, которая реализуется в школе номер 126 города Барнаула. Мы были первопроходцами, и сегодня наш опыт в чем-то является уникальным, потому что еще 10 лет тому назад была создана не государственная, не коммерческая общественная организация, попечительский совет школы номер 126. Вот он стал нашим главным социальным партнером, ближайшим, самым ответственным. Безусловно, его участники – это представители родительской общественности, педагогической общественности, органов местного самоуправления. Совет в прямом смысле этого слова, потому что, прежде всего, от них жду советов. Я их получаю, я получаю советы во всех областях, от того, как лучше ребенка одеть, чтобы для него это было комфортно, как лучше его накормить. И что мне особенно приятно, получаю и варианты пути решения этих проблем. Мы очень тесно сотрудничаем с ТОСами, Докучаевский, Островский. Сегодня мы очень активно к своей деятельности привлекаем организации молодежные, которые находятся у нас в Ленинском районе. При этом не забываем о своих ресурсах, таких как родительские комитеты, общешкольные родительские комитеты. Сегодня совершенно по-новому выстраивается система школьного детского самоуправления. Вот именно вот в этих организациях, в этих людях мы по существу и видим своих главных, ближайших социальных партнеров и участников в государственном общественном управлении. Мы уникальными возможностями пользуемся в нашем Алтайском крае, потому что наши центры занятости населения каждый год запускают летние программы, в которых могут принимать школьники-старшеклассники. Сегодня они учатся новым для себя трудовым взаимоотношениям, они являются работниками, которых нанял директор, которых есть должностные обязанности, которые выполняют технику безопасности с радостью. За деньги трудятся наши ученики вместе с учителями во благо любимой школы. Один из, наверное, самых сложных шагов в процессе модернизации системы – сделать так, чтобы вот эта попытка вернуть общество в школу, сделать общество сопричастным ко всему тому, что происходит в общественных организациях, не должно стать формальным. Оно не должно вылиться ни в какие там пропагандистические там, марши, призывы, действия. Когда мы этого достигнем, когда общество, мы сегодня чувствуем желание и интерес со стороны всех общественных сегментов, и родительских, и организаций, и прочих, принимать участие в жизни образовательных организаций, образовательной системы в целом. Вот когда мы научимся с ними делить свои полномочия, научимся с ними разговаривать на одном языке, признаем в них равноправных партнеров, вот тогда, наверное, действительно мы получим вот ту картину, которую мы называем современная демократическая российская школа 21 века. Взаимодействие родителей и школы – процесс бесконечно развивающийся. Когда достижение одних результатов открывает перспективу дальнейших задач. С ними, без сомнения, справятся все участники государственно-общественного управления образованием в школах Алтайского края.